Так, ну что, Костя, поделись с молодежью, опытом старых мастеров. Я... А? Это помаша. Ну хорошо, я тогда расскажу. Значит, здесь мы взяли вам известную модельную массу, отколировали универсальным красителем, тоже вам знакомым. Если ты уже спрятал, да? Ну, суть могу сказать, что вот на ведро 15-килограммовое пошло 4 красителя, да? Смешка. Темно-коричневого. 4 пузырька. И мы получили вот такой оригинальный шоколадный цвет. Это я уже после отшучал тоже. Шоколадных дел мастера мы сегодня будем. Все в шоколаде. И руки в шоколаде, и... И спецовка в шоколаде. В общем, все. Все под положено. Так, с такими нехитрыми движениями. Совсем не хитрый. Ну, совсем, да. Чтобы так научиться, надо 20 лет тренироваться. И шедевр декоративного звучества. Да, здесь шикарно, здесь как раз цвет такой обалденный. Такая стеночка сама. Да, стеночка такая. Хорошо, что мы раньше не снимали, сейчас. Раньше времени не было. Вот. Ну, что еще могу рассказать? Делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше. Далее будем. Сейчас вам расскажу. Шпателек. Такой вот. Шпателечек. Видите, такой геройский. А с помощью этого шпателька мы выиграли эту нелегкое сражение со стенами. Именно на полукругах и, ну, так сказать, выпуклых, да? Выпуклых, как говорил Олег, в плоскостях. То есть это что? Это с ведра, с крышки ведра. Вот капрон. Вот, и сделал таким нехитрым, да? С приспособлением сделал такой удивительный инструмент. Там он наш Павановский отдыхает. И Павановский, и вот как он сегодня отдыхает. Мы пробовали и с резиновым шпательком, и с пальпиком. Тоже они, так сказать, оказались слабаки. Так что не бойтесь, экспериментируйте. Мы уже сняли ленточки. Вообще. Что получается, мы снимаем такие колючие, ну, гаусенцы, которые остались после вчерашнего нашего нанесения. Смотрим рисунок, обобщаем, заодно снимаем гаусенцы. Раз. И второй момент, нам, когда мы видим, например, где нам нужно, может быть, поправить, мы поправляем, например, вот такого, да. Здесь вам уже получился, мы его поправим. Что еще? Вот здесь, значит, посмотрите, как это выглядит вот так.
Это, конечно, она значка это сделала. Ну, почему-то мы... Красота. Вот. Сегодня мы будем еще делать стены. Возможно, посмотреть мастеров. Буду еще покрываться лазуркой. Дарья Буга. С вами был Олег Антонов. До новых встреч. Вы видели, да, вот мы его нанесли потом потрюком. Сейчас мы проходим бесцветной лазуркой. Покажи бесцветную лазурку. Не, на основе. Ну, это наша лазурка. Клей физиологии, клей ТВА, медали, наверное, вот. Должна получиться у нас... Да, значит, что мы на кое то есть, покажу, как Костик на кое-то нальем. Вот, играя маленьким выкосовским потолечком металлическим. Вот, так назвать, подставим. Вот, и что у нас получается? У нас получается вот вертушки. Подыгрываются, да, подсветляются, вот. Поджигаются, как еще мы. Тоже оно будет подсохнуть. То есть все сравниваются, не будет, конечно, такого контраста. Как-то потолком он уже немножко хотели вам показать такой получился интересный рисунок на полочках, как по мне так питон, уже питон нам получился. Ну, конечно, это не будет немножко страннее, ну, наверное, на это можно. Здесь на лазуре можно пригнать. То есть используя, да, одну и ту же технику. Типа площадки побольше получилось такой рисунок. Кузыри в стиле показал они уже рептилии. А, да, привет. А вот, когда он высыхает, то все получится вот такое. Блин. Костя, как мы его позвали, не помнишь? А, дамаска. Дамаска штука. Кстати, можно показать им уже высохшую.
сегодня было. Малявское счастье. Ленточки, ленточки. Да, сегодня мы нагулялись. Нагулялись с малярочкой. Будь здоров. С вами был Олег Антонов. До новых встреч. Далее будет.